Привет, Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. Сара, не стой. Нет, здесь просто моя знакомая работа.
bright summer. Draw blood, y'all keen, I know life. To survive another fit is better fight for your life. In the night, not in sight, in the high, live or die. Bigger fangs, bigger bite, bigger bite. Считаю, что грубая сила — это не лучший способ добиться цели. Но иногда другого выхода просто не остается. Есть одна заноза, которую надо вытащить. В Найт-Сити хватает проблемы без садистов, которые работают на корпорации. Окажи нам всем услугу и выполни этот заказ. Подробности прилагаются.
Прошу прощения. Вам назначено? Я пришла уничтожить ненужные документы. Прошу прощения? Какие документы? Мне-то откуда знать? Сказали прийти сюда, но вот я и пришла. Мне ничего не сообщали ни о каких документах. Ну и бардак тут у вас. Давно, видать, аудита не было. Ну, это поправимо. Подождите минуточку, я сейчас все уточню. Про уничтожение документов никто ничего не слышал. Вы точно не ошиблись? Опять в штабе у кого-то перемкнуло, видать. Ладно, спасибо. Привет, Найт-Сити. Ну что, как дела? Неплохо у вас тут. Случайно офисы в аренду не сдаете? Боюсь, ничем не могу вам помочь. Все помещения заняты. О, кем это? К сожалению, я не могу вам этого сказать. Мне нужен Вик. Вик Вега. Впервые слышу. Должно быть, вы ошиблись адресом.
Спряталась где-то, сука. Мне нужен Вик. Ты не посмеешь! Эй, я же отправила машину. Тебе надо было просто вырубить Вегу и закинуть его в багажник. Я понимаю, что этот кусок говна заслуживал смерти, но... Ладно, хотя бы больше никто не пострадал. Этим людям и так тяжело живется. Закрываю заказ. Блин, а я думала, ты умерла. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думала, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала? Да весь город только об этом и говорит.
Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. Джуди, серьезно. Ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, что ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Может, встретимся и поговорим? Ты в Лизис? Видела. У меня хорошая память на лица. Мы сейчас закрыты. Я ищу Эвелин Паркер. Не знаешь, где она может быть? Бывала тут когда-то, но я уже давно ее не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она в студии? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Эй, давай еще раз. Что конкретно тебе от нас надо? Уговорите его! Если не сработает, не знаю, прибейте. Главное, чтобы ты могла в комнату вернуться. Сутенер тебя выгнал, правильно? Ага. Сказал, типа, от меня одни убытки. Еще и удачи на прощание пожелал, пидорасина! А мне сегодня даже спать негде! И что? Зарабатывать досталось чем? А толку-то? Все, что я зарабатываю, уходит на импланты! Я подумала, ну ладно, возьму кукольный чип, пошла в облака, а там больше не принимают. Теперь вот работаю на улице, чтобы вернуть долг Риперу. Ну я же вижу, что у тебя не только чип. Лицо дизайнерское явно делали на заказ. И сиськи тоже. Я инвестирую в себя! Их все равно никуда не берут. Но мы-то тебе как можем помочь? Джуди опять устраивает цель. Не понимаю, как Сьюзи ее терпит? А что тут понимать? Без виртов, как... Эй,
куда собралась? Там ничего интересного нет. Пусть идет. Это подруга Джуди. Ну, ты добил свой Багурио? Ага. Пошли обратно. Присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своей гостьей. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Я вроде ясно выразилась. Или что, намек был слишком тонкий? Это Сьюзи довольно пробивная дама. Ваша главная? Ты что, специально пришла выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Слушай, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сама просрала? Мне надо узнать, на кого она работала. И это все? Это все. Джуди, клянусь тебе чем угодно. Я ничего ей не сделаю. В этом просто нет смысла. Ладно. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Мегабашня? Статусное место. Стой! Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей, я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлен? Ты инграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? Почему бы и нет? Ты же не к Эвелин пришла, а за виртами Джуди? Да? Годные штуки, сама посматриваю. Джуди мастер своего дела. Ее вирты – настоящие жемчужины. Это точно. А это что?
Я слышал, ты вчера проводил акцию. 50% на все. Продал в два раза больше, чем обычно. То есть вышел в ноль? Да, но там был один хлам. Я бы его просто выкинул. Это был риторический вопрос. Твоя палатка – наша собственность. И ты тоже наша собственность. Твое дело простое – продавать товар, собирать деньги и ничего не выдумывать. Это что, сложно? Это непонятно. Скидки, блядь, будешь делать, когда заведешь свое. То есть… Не... Скорее, в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустила? Эта монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. У кого-то хорошее настроение. Не каждый день полумертвая тёлка таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же я развлекаюсь. Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более от Арасаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в рот ебал. Почему ты думаешь, что Джуди врет? Это называется интуиция, Ви. Знаешь про такую? А, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Ну, не совсем. А какая разница, надувная кукла или живая? Да просто живая – это мясо, а не латекс. Чего непонятного-то? Вот именно, просто мясо. Ничего не понимает, ни о чем не думает. Тот же латекс, только живой. Это такой современный вид дрочки. Вот и все. Бля. А ведь логично, сука.
Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Подключитесь. Как тут все происходит? Моторными функциями куклы управляет алгоритм. Он превращает данные вашего профиля в ощущения в реальном времени. Поведенческий чип также блокирует воспоминания куклы о проходящем сеансе. То есть она ничего не будет помнить? Если я скажу «да», сеанс покажется вам бессмысленным. Только от вас зависит, насколько рискованно в нем участвовать. Хотите сказать, это не опасно, но риск все-таки есть? Что-то вроде того. Главное, он будет не таким, как вы ожидаете. О, а вы меня заинтриговали. Откуда вы можете знать, чего я тут ищу? Облака всегда знают. Мы находим ваши тайные желания. Вы получите то, чего хотите, и не только. Наш клуб существует, чтобы превосходить ваши ожидания. Я ищу Эвелин Паркер. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Мне надо с ней увидеться. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я не клиент. Значит, у вас все еще впереди. Каждый когда-то был в облаках первый раз. Вы не пожалеете. Достаточно только подключиться. Мы зарегистрируем вас и создадим ваш профиль для сеансов. Прости, она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично, мы и без них сыграем. Подключаться через личный порт небезопасно. Если вирус попадет мне в ядро, придется раскошеливаться на новую руку или ногу. Нам нужны данные из ядра, чтобы подобрать для вас куклу. То есть биометрический скан? Верно. Если что-то пойдет не так, вы сможете подать жалобу, но такого еще не случалось. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. Самурай. Сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. А это нормально? А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в 9-й кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение.
Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни. У нас вашим игрушкам ничто не угрожает. Желаю вам приятного отдыха. Да, я готов. Мотоцикл, блин. А ты у нас, оказывается, извращенка. Вот избавлюсь от мозгового паразита, сразу выбор станет больше. Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут Валери? Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. Вижу, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви. Ты умираешь. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. А дальше что? Медитация? Что-то вроде того. Попробуй. У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что Эвелин тут уже не работает? Когда ты ее видела последний раз? Что ты знаешь? У Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего. Думаешь, ты меня хорошо знаешь? Тогда скажи мне, чего я боюсь? Есть то, что ты ото всех прячешь. Значит, для этого есть какая-то причина. У всех есть свои секреты. Да. Ты должна сама ответить на свой вопрос. Не для меня, для самой себя. Я умерла один раз, а теперь умираю заново. Еще и не знаю, как это остановить. Довольна? Ты боишься? Потому что потеряла надежду. Еще совсем недавно ты хотела стать лучше всех в Найт-Сити. До сих пор хочу. Это главная цель моей жизни. Правда, у меня немного времени, чтобы ее достичь. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Или ты боишься стать кем-то еще, кем-то другим? Те, кого я потеряла, живы в моей памяти. Я тоже останусь в чьей-то. Или стану мерзким голоском в голове чужого человека. Ты же понимаешь, что смерть — это не разрушение, не конец всего, а перемена. Эта мысль может спасти тебе жизнь. Я боюсь стать кем-то другим. Забыть, кто я есть. Ты и так становишься кем-то другим. Каждый день, каждую секунду. Да, но я все-таки чувствую связь между тем, кем я была, и тем, в кого я превращаюсь. На самом деле...
Ты боишься стать тем, кого ты совсем перестанешь узнавать. И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда, возможно, стоило. В Найт-Сити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой, добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе. И ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь дотла, пусть горит. Спасибо за все это. Блин, так не хочется вставать. Никому не хочется, но всему приходит конец. Самурай. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвала стоп-кран просто чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? У меня последнее время слишком многое крутится в голове. Ты помогла немного отвлечься. Для этого облака и существуют. Теперь понимаю, зачем люди сюда приходят. Правда, я тут по другому поводу. Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты. Свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что нет. Помоги мне. Очень тебя прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Тебе, может, в голову не приходило, но жизнь у кукол не самая стабильная и безопасная. Сегодня ты тут, а завтра на улице или вообще в могиле. А что-то необычное последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Клиент напал на Эвелин? Вроде как. Не знаю. Там была какая-то жесть, куча охраны, вопли. Потом дело замяли. У нас тут лишних вопросов задавать не принято. Лучше ничего не видеть, не слышать и не говорить, кому попало. Что за Том? Кукла, как и я, как и все мы. А ты что думала, кинозвезда? Где мне его искать? В VIP-зоне. Вторая кабинка вроде. Спасибо. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в VIP-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Я тебя лично выебу.
Чего ты хочешь? Не стреляй! Пожалуйста! Я тебе ничего не сделал! Спокойно, тебя я не трону. Я просто хочу поговорить. Говорят, вы с Эвелин большие друзья. Это правда? Да, мы давно дружим, ходим тусить вместе. А что такое? Где Эвелин? Мне надо срочно с ней поговорить, это важно. Она тебя чем-то разозлила? Нет, ты можешь сказать, где она? Тут ее нет. Я пытался звонить, но она не отвечает. Она вроде поехала за новым лицевым экраном в клинику в Осаке. А, нет, в Осло. Да, точно. Так Осака или Осло? Осло. Да, да, точно, Осло. Эвелин лично тебе сказала, что уезжает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Читерка! Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе, в подсобке. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Мы все зовем его Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится? Хотя я бы особо не надеялся. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Тебе надо? Расслабься. Я просто ищу одну девушку. Расслабься? Мне предлагает расслабиться человек,
который перерезал половину персонала? Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Я террористам помогать не буду. Да ты просто королева допросов. Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Или взломай деку. Неплохая мысль. Пихнул ее Риперу. Ей сломали чип. Может, он отправил ее на починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами. Я должна вернуть вам оружие, хотя предпочла бы не возвращать.